Анатолия пытается оборвать молоденькая девушка Лера. Это странное знакомство меняет жизнь Анатолия. Он влюбляется в эту девушку, детдомовку, судьба которой напоминает ему собственную. Маша пытается объясниться с Аленой, и та соглашается отказаться от Сергея. Партнер Анатолия Денис, который помогал ему во всех противоправных деяниях, требует, чтобы он начал отнимать завод у Алены, не гнушаясь никакими средствами. Под удар бандитов попадает Виктор. Лера, подруга Анатолия, беременна. Это радует всех, кроме Ольги. В их семье не может быть больше никаких наследников, поскольку проклятие падает на них. Денис решает, что пора перейти к активным действиям по устранению Алены, единственной владелицы завода. Но на его пути встает Анатолий.